приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон и Мини-Кошин, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши опасные битвы в Майнкрафте. Я обновил, кстати, лаки-блоки. Я наконец-то в них добавил офигенную броню, офигенное оружие. Надеюсь, что я настроил все нормально, и мы сможем нормально с кошкой сражаться. Когда не придется где-то что-то шаманить, просить у богов нормальную броню, нам лаки-блоки смогут давать что-то крутое. Так, что у нас здесь есть? Это мы забираем, вот это мы забираем, вот это мы забираем. Я, наверное, даже рюкзачок закину Пандора боксики, их всего два, но ничего страшного. У нас будет сегодня какой-то опасный босс и еще какие-то странные черепа. Я надеюсь, что мы всех сможем забороть. Так, мистер Кошка, я ломаю первый. Мне вечно пишут, типа там, вот, Дилерон, кошка ломает, бла-бла-бла, ты стоишь в стороночке и вызываешь золотых коров. Отлично. Забарывай. Фигарь их, кошка. Давай, фигарь. Порабощай их полностью. Ну, отлично. Так, а что у нас здесь? Так, это опасные дедовочки. Гиганты. Не хочу с ними сражаться. Так, а что у нас? Ой-ой-ой. А здесь что-то было? Вау, сундучки. А там, кстати, Пандора боксик был. Пандора боксик я забрал. Ну, сердечки забирай. Мне не сильно нужны. Вот Пандора боксики, это круто. Так, а может быть здесь что-то будет крутое? Мы потом посмотрим. Нифига. Нифига нормального. Нифига крутого. Так, а может быть где-то вот здесь что-то будет крутое? Так, это мистер Бом-Бом. Какая-то фигня. Так, и что у нас здесь? Бом-Бом, уходи, я умерла. Удавчик, блинчик, удавчик. Блинчик. Удавчик, отстань. Да, кошка, если что, мне вроде бы нормально, я еще живой. Мне удавчик немножко погрыз, но вроде все хорошо. Так, что у нас здесь? О, опять золотушки. Нифига себе. Так, ну фигарик, я тогда ломаю лаки-блоки, добываю себе что-нибудь крутое. Ох ты, подожди, тортик. Такая быстрая, нифига себе, так я забрал тортик, забрал вот это. Я же хотела забрать. Как дофига Пандора боксов. Так, я взял три, я даже не думаю, что нам столько вообще понадобится. Ну я тоже три взяла. Ну у меня очень крутые золотые яблоки, это даже не золотые, это вообще какие-то необычные яблоки. Еще есть какое-то пироженка. На, держи. Я знаю, что у чего-то есть регенерация, а что дает крутую защиту. Так, что у нас здесь? Пирамида. Пирамида — это не то, что нам может помочь. Так, а здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что началось, спасибо. Надо его убить. Конечно, бежать надо. Там сзади еще крипер, опасный. Опасность, кошка, везде и повсюду. И пчелы. Нет, я умерла. Блин, ну пчелы — это вообще зло на самом деле. Так, о, ничего себе. О, я что-то нашел. Выпало. У меня убер-лопата на 853 урона, и меня съела пчела. Так, ладно, ТП кошки, здравствуйте. Глянь, что у меня есть, посмотри. Так, надо рубануть лопатой, лопатой, вскопать. Вау, круто, у тебя появилось. Я сваншотил, кажется, этого зверя. Ты посмотри на мою лопату, 853 урона. Об этом я и говорил. Это оружие, которое поможет нам всех убивать. Это только лопата, ребята. Это только лопата. Круто, так, что вообще у нас здесь? Барашки. Так, давай ты будешь ломать. Ты что, это я, да ну я? Давай, давай, я что, самый сам бессмертный, ломаешь. Что ли? Так, отлично. Дядя, умри, уходи за это. Сейчас он тебя съест. Очень съест. Наковальня. Ой-ой-ой-ой. Так, что-то там было? Наковальня. Там какая-то штука выпала, и не наковальня. Дилерон. Это вот не смотри. Топор, это вроде бы кувалда. Какой-то супер кувалда. Ого. Так, убить, 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 убить. Там, по идее, на правую кнопку мышки это кувалда умеет что-то делать. Это тебе вот эта фигня выпала? Да. Нифига себе. Ваншотит как. Нифига надо себе, так надо день сделать. Я хочу глянуть, что это такое вообще. Так, time set day. А ну-ка покажи. Кстати, какая-то штука еще упала. 86 атаки дамажа. Атаки... 86? Да. Это вместо деревянного меча вот такая крутая штука выпала. Так, у меня есть какая-то рубиновая... Что произошло? Я случайно рубанул тебе. Я не хотел. Ну, блин. Ты на меня тпхнулась, я не специально. Так, и меня кто убил? Меня убила какая-то смерть. Ладно. Может, телепортироваться. Возвращаемся к кошке. Так, ну давай, вот, слушай, смотри. Покажи. Дай пощупать. Так, избавиться, избавиться, избавиться. У меня алмазы, кстати, есть. Нифига себе. Слушай, крутая штука. Все, давай, обратно. Со стороны выглядит вообще просто круто. Не, ну я-то тебе, конечно же, отдам, потому что у меня есть получше, у меня лопата уже есть. Ну ладно. Давай, 153 урона. На тебе роза романтическая. Заказывали? Кошка. Нет. Кошка, смотри, смотри. Вот это тебе. Сзади лось. Слушай, злой лось. Так, вырубить. Ну что он такой вообще лосистый? Не знаю. У него 60, нет. У него 640. Забодал, реально? Да блин. Ты там? Мы Дилерон дома. Да, я понял уже. Грандиозное возвращение домой. Так, а ну да, я открою. Так, это были опыт. Опытики, опытики. Опыт. Мои опытики. Ну да, замутилась я куча опыта. Ну так, да. Нам нужно нормально придеться. Одна лопата, это, конечно же, круто. А две еще. Но с помощью лопат... Лук! Меняемся, не знаю на что угодно. Лайм один, пунчик, он плохой. Ой, плохой лук. Ой, плохой. Надежи. Плохой, плохой. Так, это не то. Слышь, это не то. Плохой лук, на, забирай. Это не рыба. А, вот там моя драгоценная душа у меня есть, Дилерон, но. Да ладно, блин, эти упали. Да на, держи. Что? Лук так я дал? И вот это. И мусор всякий.
А чё это сердца? Это счастливый лук феникса, блин. Так, смотри, это тебе, вот это тебе, вот это тебе, вот это. Да, вот это, вот это. Вот смотрите, как он кидает хлам. Да смотри, крутые вещи, забирай, все тебе. Я не заберу это, это все мусор. Крутые вещи, там золотые яблоки есть, посмотри. У меня тоже есть. Глянь, что мой лук умеет. Ну это мой лук, а он у тебя просто в руке. Не, ну я могу тебе. Ладно, хорошо, ты лучник. Я воин с лопатой, а ты лучник с луком. Только не потеряй. Этот лук — это залог победы. Даже можем не найти себе никакую броню, но с помощью этого лука мы рили можем кого-то втащить. Ой, так, курички. Это кура, яйца. Слушай, яйца, изумруды очень нужны. Здесь есть торговец, дядя Толя. У него, я понял, ты вызвал шипелку, у него можно купить комплект брони офигенный. Не то, что было раньше, а теперь именно крутое можно. Убей его, кошка, ты же лучник. Да, желучник, да. Желучник убей. Ри-ри-ри-ри. Боже, быстро так. Все, конечно. Капец. Это желучник, кошка. Кирка. Так, что это? Убить. Так, на, зашатал. Взрыв. Куда, Кирка? Это тебе. Оставь себе. У него, кстати, урона тоже дофига, но. Ну, ставь себе. А, урона неизвестно сколько, забирай. Но оно тоже ваншотит. Это значит мусор, ребят. Да нет, оно ваншотит тоже. Там дофига урона. Сер... А ну, меня... Нет, нет, убьешь. Нет, нет, нет. Босса будешь бить, Да. О, бабок бей. Так, зафигарил. Бабки, идут видос. Из лука их фигарь, кошка. Так, убить, всё, убить. Так, зафигарил, аккуратненько. Заречь, бабка. Бабку из лука. Есть. Так, отлично. Только осторожнее с своим оружием, это очень опасное оружие. Ой, его сейчас можем зафинделякать. Я уже зафинделякал его. Алмаз выпал. Слушай, Рилли, у нас такое мощное оружие. Так, это что ну такое? Да. Это какая-то обычная кирка на 17 урон, потому что не кирка, а лопата. Фигня, фигня. По сравнению с нашим оружием, все просто фигня, глянь. Бум. Да, Делирон. Слушай, а я сейчас тебя завершу. Не-не-не, все. Мир, дружба, жвачка, все дела. Иди сюда. Кошки там. Кстати, да, заметил, у нас летающие планеты есть. Ой! Я понял, круто. Мне понравилось. Мы на какую-то летающую планету можем отправиться, если у нас будет хотя бы куча блоков. Ничего себе. Или когда-нибудь в какой-то серии мы туда отправимся. Прямо, может быть, оттуда серию начнем. В общем, да, ставьте пальчики вверх, и мы с кошкой отправимся на какую-то летающую планету. Че это? Ты еще ну, не это нашла? По очереди. Нет, это мы с тобой по очереди. Да не, все, ты лучник, воин, будешь защищаться. Так, я нашел. Мне нужен дядя Толя, кошка. Если будет дядя Толя, мы сможем с ним заторговаться. Так, мусор, пожалуйста, вот так вот. До свидания, все, мусор. До свидульки. Что там? Да, золотушки. Коровки. Так, нет, нет, не нужно, это мне тоже нет, не это, нужно. Общем, а вот золотые яблоки, хлам. Это круто. Яблоки собирай, все остальное реально хлам. Да? Вижу два лаки-блока, иду к ним, не вижу препятствий, убил. Я тебя ой, потеряла. Ой, ты мой дорогой. Что, Толя? Ладно. Так, мне у него купить себе лук, отлично. Толя, не уходи. Так, у меня еще осталось немножко интересных вещей. Так, это все фигня. Блин, лук я у него купил. Могу еще купить меч. Меч, реально, а я куплю себе меч. Купить? Потому что я с ним сейчас торгую по очереди. Ну, ладно. Так, тут, слушай, а урона не так-то уж и много. В общем, потратил я ресурсы. У тебя и так уже есть хорошее оружие. Короче, на тебе мою лопату, кошка, держи. На тебе мою лопату. А зачем мне лопата? У нее урона чуть больше, чем у мотыги. Не намного, но все-таки смотри, больше. Смотри, что у меня есть. Да, выкидывай там 60, а у меня 800, ты понимаешь, 800 там урона. Это вообще имбушечка. Ну да, это круто, конечно. Имбушечка просто. А остальное все выкидывай. Так что у нас... Ты посмотри, ты что у меня есть. Меня. Посмотри. Опять. Это тоже случилось лук? Снова. Смотри, нет. Вот. Цветок! Держи. Романтическая роза. Нюхай ее. Храни ее как память о том, тогда что у тебя она была. Тогда я разрубаю один. Да, на, пожалуйста. Общайся. Рубни его. Так, отлично. Я уже его убила. Слушай, ты можешь в него одеться? Через квадратные скобки. Ты превратишься в него одетого или нет? Мне интересно. А так, ну-ка. Ну, сможешь? Нет, он голый, дилер. А ну, одевайся, я хочу посмотреть на тебя. Так, а ну-ка, смотрим. Боже, это не тот, страшная. Это не тот, это зомби. А ты только что убила скелета. Ну, короче говоря, он без брони, ну вот, к сожалению. Смотри, Делерон. Да я уже понял. Я думал, что он будет крутой вместе с так, броней и со всеми делами. Кошка, да, Петрович. Да, давай, превращайся, потому что сгоришь заживо. Кому ну, это да, нужно? Да. Кому нужно, чтобы кошка горела? Да никому. Да, так, да. Что у нас здесь? О, крутые. Ой-ой-ой, так, это круто. Забираем всякие ресурсики. Что а там ты там тихо я воруешь? А ну иди отсюда. Я ничего не ворую. Всякая там было фигня. Немножко ресурсов, я их затырил себе. Так, а ну-ка, погоди. Что-то где-то происходит. Что-то происходит. Слышь, прилетел босс огромный. Так, я туда больше не вернусь. Время от времени ну ладно, появляется хорошо. Вот эта морда розовая. И начинает устраивать нам очень неприятные ситуевины. Так что нужно от нее сваливать. Ну мы да. Когда-то его, конечно же, заборим. Ого, ничего себе. Там когда-то, в небе прямо какой-то метеорит этот вот огромный летающий отображается. Но чтобы того дядьку забороть,
нам нужен как минимум сет нормальной брони. У нас сейчас с тобой брони нет, на локи-блоке нифига не дает хорошего. У нас, в принципе, есть неплохое оружие, неплохие луки, ну офигенные луки, кого я пытаюсь обмануть. А брони тоже? Офигенной нету. Это не крутая броня. До свидания, мистер. Так, отлично, забрать. Так, убить, ой, убить. То он сейчас что-то его не убивается. Так, отлично, все, ты его втащила. С него попадали его кости. Так, следи за тем, чтобы тот огромный дядь к нам не подошел. Уровня. Хилька. Слушай, он вроде. Слушай, началось, Лилька, слышь ты? Кошек. Кошек коржиканский. Так, я думаю, что еще поломаем где-то три лаки блока, ну и да, можно будет начинать. Ох, меня эта башка напрягает. Ну-ка, так как сундали отсюда. Получится вообще? Не получается. Так, я в него запускал кучу всего, но кажется, ему вообще пофиг. Может, не долетает? Не знаю. Скорее всего, не долетает мои пырки. Ну, не, ладно. Ну я его боюсь, реально. Когда-то мы его втащим или никогда. Ты бежишь ко мне быстрее! Да-да-да, я понял, где ты? Так, алмазики. В ловушку упала, да? Блин, да, я в ловушке была. Я знал. Слишком очевидно. Ко мне можешь сейчас тпшиться, мне тоже интересно. Не-не-не, я знаю, ты в дырке. Я тоже все офигенно просто. Давай ко мне вот. Золотухи. Да не, не хочу. Мне есть крутые всякие штуковины, мне это все не нужно. Так, до свидания. Глянь, что у меня есть. Фум. Видел? Я сейчас покажу, что у меня опасное оружие. Так, не подходи ко мне. Где мои золотые яблоки? Не, не бей меня, лопата ваншотит. Я ж не выжил, у меня брони вообще нет. Ну, мы с тобой броню, да? С тобой не нашли. Так, мистер, рубни его лопатой. Лопатой, по лицу ему лопатой, дай. Так, отлично. Подожди, с него выползло что-то. Блин, кажется, у нас с тобой не будет нормального ничего. Так, можно, по крайней мере, забрать этот алмазик. Но если бы Дилетолия попался правильный, мы сегодня встретили Дилетолию, который торговал офигенным оружием. Там еще удочки были, всякое такое. А вот если бы Дилетолия был с оружием, было бы, конечно, круто. На, морковки, держи, что ли? Тебе, да. Морковочки? Да. И блейзы, палки. Жалко, что морковки не золотые, было бы круто. Так и необычное. Кстати, темнеет уже. Если темнеет, артефакт, значит, надо уже скоро заканчивать. Так, нифига, какой артефакт. Я не знаю, какие-то осколки. А это с мехового нашего друга, которого ты зафигарил лопатой, выпали куски шерсти, из него можно сделать меховую броню, но она не такая уж топовая, она просто теплая. Так, что-то мне подсказывает, что опять где-то кто-то появился. Воу, мир полегче. Меня тоже подлагивать начало. Ой-ой-ой. Что началось? Так, надо куда-то сваливать. Где-то появилась эта морда. Так, все, он, кажется, успокоился. Надо куда-то идти. Где-то здесь кто-то опасный, надо сделать день вообще. Так вот, день, отлично. Ну, я не знаю, можно считать, что мы с тобой уже отделились, хотя нифига крутого мы не нашли. Че, есть что-то? Давай, эмеральды. Толи есть? Да, нет, эмеральды есть, Толи нет. Да, ну, блин, если бы это был Толи, это все, не ломай. Потому что сейчас опять призвешь какую-то гадость, злющую, кусющую. Так, это нафиг, это можно оставить. Я с тобой поделюсь тогда вот этим вот и вот этим вот. Пока не жри, это на случай, если будет вообще какая-то жесть, мы их сожрем. Но это чисто на какой крайний случай. Так, я думаю, подбор боксов нам хватит тех, что есть. Фух. Но сначала вроде бы тут вообще ребята изычные, которые не страшные. Так, слышь, ты, ну, парень, давай. Ты мне не нравишься. Вообще не нравишься. Вот так вот. Отлично, я его забрал. Так, это скулы. Так, фигарик из лука. Да. Нифига себе, меня втащили. Воу, воскреснуть. Давай, быстрее. Так, подожди, кошка, я к тебе иду. Так, я возле тебя. К нам прилетела вот эта башка огромная. Блин, как капец просто. Я тоже умерла. Ты умер? Да, я появляюсь и задыхаюсь. Может, как-то зафигарим его из лука? Я на базе появился. И посмотри, кто у нас тут бегает. Офигеть, я сейчас пытаюсь, но он меня убивает. Мистер, хватит. Так, уходи. Мистер, хватит. У нас другие сражения. Слушай, он бессмертный просто, мы с ним ничего не сделаем. Там их два, посмотри. Это один, вон там еще один. Надо отсюда свалить. Иначе нам не дадут сразиться по-человечески. Да, конечно. Но крутяк, кто придумал в этом моде? Их трое, что? Так, я знаю один способ такой хитрый. А, вот так вот, теперь вот так вот. Что-то изменилось? Их нет. Да, они ушли. Я смог их забрать. Это магия. Это магия админа сервера называется. Это магия админства. Надо где-то найти себе полянку нормальную. Они вообще офигевшие, чего они приходят? Ты их звала, кошка? Я их не звал. Да не звала я их, они сами. Чего они пришли вообще? Так, он снова вернулся, что ли? Я слышу, где-то они вроде бы снова вернулись. Да, я пока их не вижу. Ненормальные. Так, мне нужен спаунпоинт. А, быстрее где-нибудь вот здесь у вас спаунпоинт активирован. Может быть, эти головы вызывают их? Фиг его знает. Так, вот еще головы. Да. Отлично. Что за? Да они ваншотят. На своей броне нифига нормально нет. Да. Кошка, ушатывай их. Это ушатывай, очень злые головы.
Очень злые головы. Очень злые, давай, очень давай, злые. Давай. Блин, я даже не смогу нормально нифига сажать. Как плохо без брони, ребята. Просто так плохо. Фигари, фигари. Без брони. Фигари. Я одного зафигарил. Я тоже двоих или троих. Так, вот еще один живой. Я в дырке. Так, отлично, да. Я зафигарил его. Выбраться, выбраться, водичка, водичка, водичка. Да-да-да, там еще один, еще один. Он улетает в закат. Да все, мы его забили почти. Пол сердца. Живи, живи, если что, телепортируйся. Так, я могу, по идее, сажать вот это. Не успел. Телепортируйся быстрее. Блин, я сажал, мне это ничего не дало. Еще двое, кстати, осталось живых. Я умерла. Ты телепортировался? Кажется, я тебя жахнул. Да я нормально, все. Мы же появляемся с тобой возле них. Ох. Так, добить, 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 добить его. Так, зафигарил. Всех убили? Молодец. Пока что, да, я никого не вижу. Я их тоже не слышу. Кажется, они сдохли. Эти опасные демонические черепа. Так, у меня остались еще ребята, которых можно забороть. Ого. Так, это кто? Я не знаю, что это. Какой носорог. Бобер. Это носорог. Носорог. Ты видел вообще? Я его убила. Жесть, какой он жесткий. Он ваншотнулся? Сколько там у него хп вообще? Так, больше у них по 200. Кошки, их нужно забороть. Ну мы их убьем, смотри. Так, вот еще один. Так, забороть, забороть, забороть. Отлично. У такие носороги вообще жесткие. Сзади. Слушай, нам так повезло, что у нас с тобой есть крутое оружие, но, блин, брони вообще нет. Нас ваншотят так же самое, как и мы легко ваншотим. Это жесть. Так, три носорога. Да они меня сразу подкидывают и фигарят. Мне хп не остается. Так, ну-ка, пошли отсюда. Пошли отсюда. Сейчас сдохну. Так, одно сердце осталось. Носорог, не подходи ко мне. Не вздыхай. Все. Все, я убил его. Офигеть, ты видел, мы какие убили жесткие его. Вообще? Невероятно жесткие. Ты меня убил! Это ты че, Понч? Это не я. Это не я, Гошка. Это ты, я видела, ты стрелу натянул. Это не ты натянул. Да нет, нет, кто-то другой. Да. Кто-то другой, часто, часто. Это ты. Это не я. Ничего натянул. Так, я Пандора бокса открываю, все, ничего не знаю. Я сейчас тебе снимаю. Слушай, блин, так нам повезло с этой броней, реально. Ой, не с броней, а с оружием. А, кстати, что дает этот кексик? Я тебе тоже давал кексики. Да, кексик дает регенерацию третьего уровня на 35 секунд, прикинь. А ты, скорее всего, просто не голодная. Ну да. Если бы ты была голодная, было бы круто. Я так, я думаю, откроем по одному или по два, может быть. Можно я один? По нашей традиции. Ну подожди, он еще не закончил. Ты хочешь, чтобы там Майнкрафт поломали? Не, не хочу. Но вот так вот эти вот монстры огромные появляются. Чем их убивать, я себе даже не представляю. Это по идее... Вот, вот, смотри, вот морда пришла. Что с ним ох делать? Ох ты, ё-май, ну что, что теперь пришел делать? Вот это, понимаешь ли? Попробуй. Слушай, его я его вроде дамажу. Блин. Нет, без брони нереально, кошка. Не, без не, брони не, мы мне кажется... его не убьем. Мы его только злим. Мы его реально только злим. Он сейчас второго еще позовет. Открывай пока Пандора бокс, если успеешь. Хорошо, я открываю. Давай, ставь его и быстро. Я открыла. Так, и что в нем? Пандора бокс. Боже, какие-то гомели. Так, вода. Ночь настала, день настала. Знаешь, безумие как-то стало все больше. Лайк, если нравится безумие. Да. Что происходит? Ребята. Вечеринка. Хватит. Хватит, пожалуйста, безумия. Где день? День сделали. Все. Так, а что вот эту морду зафигарить? Так, он к нам лезет. Ой-ой-ой. Нифига, нам его не убить. Это нам да. Его рили просто не убить. Я знаю, есть оружие, которое вот оторванная лапа, кажется, этого монстра. Наверное, 2000 урона. Но я не уверен, что даже она сможет его зафигарить. Честно, не уверен. Но. Какие же эти ребята жесткие, капец. Если у вас есть какие-то идеи, как можно победить этого огромного фиолетового монстра, не вот этого, который возле меня сейчас стоит, это мини-кошка, а вон того, который опять появился, если вы знаете как, реально пишите у меня в группе ВКонтакте. У меня в ней можно писать комментарии прямо под роликами, я их всегда читаю. В общем, в описании под этим вот видео есть ссылка на мою группу. Прямо там пишите, что делать с ним, и мы с кошкой будем что-то с ним делать. Там еще свин-паук бегает, нифига себе. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой второй канал, на кошник, на ссылке в описании. Там на каналах больше 1 000 000 подписчиков. Думаю, что вам понравится. Тоже выходят ролики почти каждый день. Всем до скорых встреч, всем спасибо и пока-пока. Мяу, пока. Безумные розовые монстры. Ты тоже, кстати, один из них. Скажи мяу. Мяу.